Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот хотел бы похвастаться немножко и пару слов буквально сказать. Сейчас уйдем отсюда, да? Похвастаться немного выводок в этом году. В общем, гусята, ну, мои все. Сколько штук? 42. 42. Вот у меня стадо 40 гусей. 42. Они проинкубировали мы. Еще поставили там 60 на инкубацию яиц. Я о чем хотел сказать. Перед этим стадо было молодое. Год ему был. Вот это второй год стаду основному. Основному, скажем там, скажем так, контингенту. И качество яйца выросло в разы. Настолько стало приятным, что я даже себе позволил его продавать. Ну и сам проинкубировал. Мне, ну, забил, сколько мог, забил свои инкубаторы. Ну, свои инкубаторы. Один инкубатор был. В общем, по обладотворенности яиц был процент. Процентов, наверное, 95, да? Не меньше. 90% это точно. И то из отходов это были некоторые были круги, ну, кольца. Да. Соответственно, яйцо было все нормально, в принципе, оно было подтворено. Только проблема в том, что что-то пошло не так, скажем так. Что-то мне не понравилось. Да. Зародыш рассосался. Как сказать. В общем, гуси были. Леха, ну, убеги оттуда. Гуси были не это самое. Не виноваты, что из него ничего не получилось. Так вот. Что я хочу сказать. Я понял одну вещь. Гуси в первый год, они не очень хороши для племенного, так сказать, развития. То ли гусаков слабо развитая половая система, еще недоразвитая, то ли гусынь. Вот тут я не скажу. Скорее всего, оба виноваты, скажем так. Так вот, на второй год, хотя у меня часть гусок молодых была, часть гусей, но второгодние они уже давали очень неплохое инкубационное яйцо. Соответственно, есть смысл. Так, меня прервали телефоном. В общем, что я бы заметил. Второгодние яйца, во-первых, яйца крупнее были. Видите, вот те, кто крупные, гусята, это, скорее всего, те гусыни, которые второй год живут. Ну, хотя, с другой стороны, даже с мелкого яйца вылуплялись нормальные гусята, я думаю, они нагонят и в развитии, и в этом, в росте. Вот. Теперь что хотел отметить. Вполне реально разводить гусей для, допустим, для того, чтобы использовать их, ну, как бизнес попробовать, для торговли тем же яйцом. Получается, в этом году гуси неслись в течение 2 месяцев. Яро так неслись. 40 стада из 40 гусей из них. Я, честно говоря, не перебирал их. Думал вообще всех в расход пустить. А потом дождались, а они как-то так, оно все не срасталось. Теперь не буду с расход пускать, наоборот, разведу. Сделаю, доведу количество штук до 150 и смогу вполне реально, можно будет продавать яйцо инкубационное. В день штук по 30. Я, когда бросился, попытался продать, выложил новый UX объявление. Да, цена была у меня гуси серые, обычная, крупная серая. Никакая там, без всяких там, скажем так, наворотов порода, да, обычные. Никакие не холмогоры там, которые яйцо стоят 100 гривен, 70 гривен. Я продавал их по 10 гривен яйцо. Я думаю, цена, в принципе, вполне приемлемая, вполне реально его распродать. В общем, в день можно было продавать там и до 100 яиц в день. Заказы были, было все это как бы очень даже вполне реально. Плюс можно заинкубировать, яйцо неплохое получается. Соответственно, получить гусят. Гусята вообще сейчас по 80 гривен гусенок суточный. Соответственно, как бизнес вполне имеет, может быть, скажем так, место может быть. В общем, что еще отмечу. Кормление неприхотливое, даже сарай в зимой не загонял, в сарай жили на улице.
наши морозы до минус 10, там 12, 18 не страшны. До минус 40 выдерживают, спокойно себе переносят это дело. Собаку не надо в доме, во дворе держать, они вместо собаки. Ну и все. Здесь у меня выгон есть, всю зиму пас на выгоне. Как-нибудь покажу озеро, которое поблизости, ну как озеро, яма, залитая водой, где они провели всю зиму, в принципе. Научились ходить сами, сами приходили, сами уходили. В общем, очень такие приятные звери, поэтому вполне можно использовать как некий бизнес. Говорят, люди кажут, когда у знакомого там, сколько он говорил, лихобор штук? Больше тысячи гусей. Так он умудрялся продавать там яйцо и все эти вещи. Даже ездили в соседние области. Кстати, яйца можно вполне пересылать почтой, доезжают, особо не бьются. Вот я отсылал посылку, люди звонили, заказывали еще. Говорили, одно разбилось, и то, говорит, возможно, это мы, когда везли в машине, надкололи его. Ну, оно там чуть... Ну, крепкое. Лопнуто. Да, оно крепкое. У меня есть видео, как их правильно запаковать. Поэтому все это вполне реально. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пожелайте удачи супергусям моим, чудо-гусям. Всего доброго.